Добрый день, наши уважаемые покупатели. Магазин «Олимпия», город Екатеринбург, торговый центр «Гринвич», опять с вами. А я хотела показать вам весеннюю коллекцию, которая уже представлена в нашем салоне. Это капсула, капсульная коллекция. Уже идет Италия, Decision, дизайн итальянский. И все это для вас. Посмотрите, шикарная вещь. Видео обязательно будет. Это капсула, много их не будет. Успевайте, предложение ограничено. Повторов заказов тоже навряд ли будет. Дальше, мне безумно нравится вот этот плащ, который выполнен из кожи планже и вот таким горохом. Все это идет ручная работа. Ну а сегодня я покажу новую также модель. Кстати, это пришло совсем вот буквально день-два, и мы стараемся все вам показать. Сейчас я хочу показать вам плащ в стиле 90-х годов, 90-х-2000-е, что сейчас очень актуально. Все просто, ничего лишнего здесь нет. Это пальто берет только своей посадкой, кожей эксклюзивной. Это итальянская кожа планже. Мы видим, что она с характерным скрипом, я думаю, что и видим, и слышим. Посмотрите, вот она даже ее берешь, она на ощупь идет плотная, но очень-очень мягкая. Эта кожа носится, вы знаете, наверное, годами. Итак, хороший английский воротник, ручная работа, строчка. Строчка, которая белая, вот эта полоса проходит по спинке, она тоже выполнена ручная работа. Плечи здесь, чтобы вы понимали, они идут увеличенные, так и должно быть. То есть их должно быть многовато, так скажем, да, если мы привыкли аккуратно, то здесь, конечно же, будет плечо увеличено. Размерная сетка здесь небольшая. Вот я сейчас примеряю где-то 46 размер, он не в аккурат, так скажем. И мы их привезли 44, 46, 48, максимум 50-ка, ну 52 под вопросом. Нужны будут ваши мерки, объем груди, бедер и ваш рост. Итак, шикарное изделие, которое зрительно увеличит плечики, придаст стройность вашей фигуре, но и, конечно же, его можно носить и с поясом, вот в таком вот варианте. Здесь есть карманы, они не имитация, они действительно есть, но я думаю, что вы знаете, наверное, их ну, пользоваться ими и не надо. Вот такие вот полукругом будут кармашки, клапаны, которые тоже выполнены, ручная работа, строчка, все это прошивается одним мастером. И эта же строчка у нас идет на зоне воротника. Английский воротник здесь стильный, не простой базовый классический, а сверху 1/2, она чуть поменьше часть, а здесь идут вот такие вот на удлинение. Но за счет этого у нас зрительно вытягивает зону груди и собирает нашу фигуру. Итак, длина изделия здесь у нас с вами идет 120 сантиметров, 118 это, в общем-то, хорошая длина для плаща. Карман есть, зрительно вытягивает, и стоимость изделия для наших подписчиков великолепная, для кожи планже 77 900. Двубортный, кстати, здесь пуговки у нас идут тон в тон, если мы посмотрим. Кстати, когда вы расстегиваете плащ, пожалуйста, пуговицы, вот знаете, просто в петлю, я не знаю, как, не просто их вырываем, а заталкиваем туда. Тогда вам вот эти пуговицы, это тоже маленький такой секрет, которые прошиваются на ножке, они прослужат очень долго, и деформация, похоже, не будет. Так, вот такой вот стильный плащ. Далее, подкладочную ткань. Подкладочную, да, ткань мы специально выбираем очень яркую, стильную, красивую, чтобы, конечно же, было вау. Это здорово. Длина рукава у нас идет слегка укорочена. Вообще сейчас очень модно стильно делать ее вот таким вот образом. Вот так вот. И изделие будет играть уже на ваш образ. На сегодня мы рассмотрели несколько с вами моделей, которые, в общем-то, создают капсулу. Много их не будет. Пожалуйста, успевайте. Ждем ваши мерки, а это объем груди, бедер и вашу ростовку. Это очень важно. Прибавок делать не надо. Мы их добавляем сами. На сегодня все. А у 47 Олимпия. И мы идем дальше.